Газ для населения может подорожать почти на 18%. По подсчетам Минэнерго и согласно действующей методике расчета тарифа, топливо должно стоить дороже на 1000 гривен. Сейчас цена почти 7000 гривен за 1000 кубов, а должна быть более 8. Это с налогами, наценками и транспортными затратами. Повышение цен прописано в постановлении Кабмина, но правительство считает такую стоимость неприемлемой из-за низкой платежеспособности населения. Поэтому пока обнародование нового тарифа отложили до согласования голосование с МВФ. Переговоры эти пройдут уже на этой неделе в Вашингтоне.